Всем доброе утро. Немножко не сварилась, естественно. Решила с утра поесть опять кашку. Делаю все то же самое, сейчас нарежу. Простите. Тут в садике косят. И у нас такая слышимость вообще, как будто у нас косят. Сейчас нарежу немножко орешков. Есть на самом деле хочется совсем капельку, прям практически вообще неохота есть. Но я думаю, я сейчас уйду на работу и захочу есть. Потому что с утра сегодня встала поздно. Я встала уже в начале 9-го, а это поздно. Надо вставать чуть-чуть раньше. Тогда пока я все делаю, хотя я успела все свои процедуры сделать, но все равно организм, видимо, не проснулся. Вот на камере вообще не видно. У меня такое красное лицо. Не представляете. Прям загар-загарч. Я вчера, я не знаю, почему я такая глупая женщина. Почему я не купила нам опять. Каждый раз сгораем и не купила крем от загара. Правда, что прям сгореть-сгореть, никто не сгорел. Вот покраснение. У меня ноги такие загорелые. Вообще жесть просто. Но прикольно. Я не думаю, что мы нынче еще выберемся. Ну, быстро все оставшиеся в этой баночке. Ну, хоть разочек мы отдохнули. Сегодня, кстати, у нас похолодание. И сейчас на улице 18 градусов. Ну, прям такой прохладный воздух, пасмурно. У меня вчера друг говорит такой, типа, что у нас на завтра похолодание наконец-то. Я говорю, а что? Ну, работать тяжело, когда жарко. А он на улице в основном работает. Я не пойму, что у меня с голосом. Я прям как будто хочется прокашляться. Я не могу. И он как будто сипит прям. Я вообще не понимаю, почему так. И мне не нравится, какой голос. В общем, он говорит, что прохладно будет. Я говорю, ну, слава богу, что мы хоть успели съездить. Народу было не очень много. Ну, там для того пляжа было много, но вода была прям офигенная. Мы сначала заходили, думаем, так холодно. Я особенно утром, я в воду вообще не люблю лазить. А мы первый раз пошли купаться, наверное, что было, 10 часов. Даже еще 10 не было. Мы уже пошли купаться. Я думаю, ужас. Ну, вот мы вчера раза три раза мы точно заходили, да. Вообще, ну, кайф. Водичка, я наплавалась прям... Отвела душонку. Дети уже все равно побольше, но и Варюха в основном с дедом. Но она ко мне тоже хотела. Но на глубину я ее боюсь брать. Потому что я с ней, она меня топит. Я не могу ее удержать. Она меня просто топит. Ну и вот я прям наплавалась. Я прям чувствую даже по рукам, что я наплавалась. Ладно, буду завтракать. Время много, а то мне уже на работу собираться. Всем приятненького аппетита и денечка. Я вернулась домой. Мы заехали, купили рыбки. И хочу хвостик. Мы вообще ее на мангале будем готовить. Но хвостик я хочу посолить. Это форель. И, правда, там соленая есть, но это вот варюшка моя. С маникюром. Ага, с маникюром. Из пластилина. Это не пластилин. А что это? Пластмасс. Пластмасс? Я пошла. Давай, иди. Я сейчас так удачно помылась, что прям офигела сама. Пошла мыться. И на середине, где-то я только намылилась. Все. И отключили горячую воду. Ну, может, ее раньше отключили, просто по стояку бежала. До пятого этажа там же вода все равно застаивается. Может, никто не включал. Ну, и, короче, я так классно помылась холодной водой. Мне было так тепло. Ой, я быстрее оделась, думаю, все, нафиг. Собаке купила костей, и она теперь не люблю давать свежие кости. Она мне весь пол изгваздала просто. Ну, залезла сейчас под этот, под кровать, под мою. Кушает там. Поэтому такие дела. Хвостик сейчас почищу весь и посолю, пускай будет. Так хочется домашней вкусной соленой рыбки. Блин, не могу оторвать шкуру. Оп. Рыба подорожала. Это жесть. У нас сейчас красная рыба, как золотая какая-то. Пару стейков. 4 стейка и 2000 рублей.
вообще, я не знаю, у нас рыбы должны какие-то элитные люди только есть. Избранные. Люди должны кушать рыбу. Мы взяли завтра день ВДВ. И у нас традиция. Каждый год папа, у меня папа ВДВ служил. Каждый год он нас всех собирает. Мы сидим. Холодно. Здесь, до этого бежала. Пока я не пошла мыться, она бежала. Я потому что и руки тут мыла, все. И, в общем, он нас всех собирает. Мы жарим шашлыки. Сидим, отдыхаем. Это каждый год такая традиция у нас. Нашей семьей всей большой. В общем, нынче не исключение. О, какое прям... Прям так бы съела. Шучу, конечно. Режу потоньше, сейчас будем солить. Солю я просто соль и все. Я как-то солила соль, по-моему, сахара я еще чуть-чуть добавляла. Тут что-то я не помню уже. Сейчас будем солить рыбешку нашу. Да, с сахаром я мешаю. Чуть-чуть сахара я добавляю. Но сейчас вот я не уверена, что сахар нужен. Потому что я как бы сахар стараюсь вообще не кушать. Для кожи вреден и все такое. Ну, когда хочется, кстати, я себе не особо-то и отказываю. Ну, захотелось мне торт. Значит, будет торт. Самый прикол, что вот с таким питанием, как сейчас питаюсь я, сладкого вообще не хочется. Оно даже на столе стоит. Бывает, кажется, тебе охота, что копай. Там, вот я тут хотела. Ну, во-первых, невкусно я купила. В общем, кажется, хочется чего-то такого сладенького. Ну, в итоге ты покупаешь, начинаешь есть. Ну, и не очень-то и хотелось, знаете, по такому принципу. Я нарезаю не сильно толстые кусочки, чтобы она хорошенько просолилась. Потом с хлебушком, с сыром творожным. Я обожаю черный хлеб, творожный сыр и красная рыба. Это прям завтрак. Это прям идеальный завтрак для меня. Причем не важно, сколько я ее буду есть. Буду месяц есть. Это будет месяц идеальный завтрак. Говорят, что типа человек насыщается. Ну и как бы вкусы меняются. Ну вот насчет рыбы я не согласна. Я люблю рыбу красную. Я всякую люблю. Я вам себе сейчас минтая пожарить хотела. Растаять положила. Срастает. Я вообще хотела его в духовке сделать со сметаной. Но сметаны у меня нету. Думаю, сейчас возьму майонез. Пофигу, размешаем. Маленько сметаны там. И майонеза нет. Ну вот, и приготовила сметану. Со сметаной рыбу. Короче, она лежит, ждет. Гречка уже сварилась. Рыбку почти засолили. Не знаю, что. Надо идти. Или просто пожарить. Я, наверное, просто сейчас пожарю, да и все. Будет просто рыба. Ей маленько подтаять надо. Так, в общем, все. Я ее почистила. Надо помыть руки. Посолила я рыбу. У меня, в общем, кончился сахар. Короче, там сахар. 2:1 идет. 2 соли. Один сахар, да, я так и делала. Потому что у меня все время оставалось солонки. Я высыпала, думаю, зачем бы я соль мешала просто в солонке. Вот такие вот пироги. Так что сейчас мы ее в контейнер утрамбуем. Тут, правда, рыба. Из гульки нос. Может, стейк еще упру. Чтобы побольше было. Но придется идти все-таки за сахаром. Потому что без сахара. Мне нравится, как я солю. Вот таким одним рецептом. И по-другому я пока не хочу солить, чтобы уже знать, что это точно вкусненько будет. Придется чапать магазин. Сейчас будет шок-контент, не пугайтесь. Крашу брови. Не знаю, что-то мне как-то я их сегодня слишком широкими сделала. Но, надеюсь, будет нормально. Сбегала в магазин, купила пару продуктов, купила сахар, хлеб. Тут что-то стол у меня весь завален. Вообще капец. Я пока, короче, меня не было.
Маленькая моя дочь постаралась, и весь стол тут не завалила. Так что ничего не буду вам показывать, чтобы ничего не купила. Сахар, хлеб, колбаски девчонкам. Купила соду, хочу попробовать как-то с помощью соды растительного масла отбеливают вещи. Вот я хочу попробовать. Сейчас почитаю и посмотрим. Может, так и сделаю. Про брови бы не забыть. Сильно темные я не хочу. А то буду как это. Марфушечка, душечка. Я смыла брови. Краску, точнее, с бровей. Ну, нормально, мне кажется. Они мне потемнее стали. Я не люблю сильно темные, но и сильно светлые тоже. Они вот сейчас под мои волосы очень хорошо подходят. Короче, отменяется с растительным маслом отбеливание. Там надо 15-20 минут кипятить. У меня нет такой емкости, чтобы я могла прокипятить все свои белые вещи. Сейчас будем по старинке замочим. И пусть замачиваются. Сейчас пойду поставлю греть воды побольше. Чтобы прям в кипятке хочу ее замочить. Вот такие дела. То у девчонок ни носки не отстирываются, ничего. Я сейчас буду своим способом, когда там посудомоечные эти... Для посудомойки капсулы. Так вот их нужно толочь хорошенько. Иначе они бывают... Они сине-красные, бывает вот этот вот цвет передается вещам. Как оказывается. Я даже бы не подумала. Потому что до этого я хорошо растолкла, а последний раз я делала и плохо растолкла. И, короче, они же и покрасили. Думаю, нормально, я отбелила. Вместо того, чтобы отбелить, я покрасила. Вот такие вот делишки. И нужно мне сегодня что-нибудь поснимать обязательно. Я купила такую классную штуку. Сейчас я вам покажу. Куда ты ее поставила? Куда я поставила? А, я положила. Вот такая вот штучка. Короче, мерцающее молочко для тела. Сейчас покажу, как оно на ноге смотрится. Камера-то моя вообще не передает. Смотрите. Вот сейчас видно. Я вот ей прям мажу. Надо было сначала ногу без него показать. Ну, прям, не знаю, видно, нет. Но он прям такой клевый цвет. Сейчас сфокусируется. Нет, она так. Во! Она слишком ярко просто была. Сейчас я солнышко поймаю свое. Во! Вот сейчас прям вот сейчас прям как я вижу. И через камеру также. Ну, прям прикольный такой блестящий цвет. Прям блесточки. Думаю, вдруг я захочу поблистать. И вот обычная нога. Ну, если что. У меня конопушки везде. Ну и вот. Прям вообще кайфовенько смотрится. Ну, в жизни, по крайней мере, даже лучше, чем на камере. Я тут занимаюсь стирочкой. Приготовила себе рыбу. Это минтай в сметане со всякими специями. Девчата мне, конечно же, такого не будут кушать. Что-то я им решила сегодня... Купила какую-то колбасу. Будет гречка, колбаса. Они мне что вообще в последнее время, если честно, очень плохо едят. Надо их посадить на супы. И тогда будет хорошо. Варвара у меня в обед отказалась нормально. Вкусно, как пахнет колбаса. Отказалась нормально кушать, а потом в итоге, пока я ходила в магазин, она просто тут все чукопаи понадкусала. Точнее, она съела 3 штуки. 3 зачем-то открыла, хотела еще, я не знаю, она хотела 6 штук сразу съесть. В общем, надо маленько кого-то посадить на диету без сладостей. А то что-то они совсем разбаловались у меня. Хочу шоколадку. Поела шоколадку. Еду потом не хочу. Но это не дело вообще. Я ем еду, какая положена. Они одними шоколадками балуются. Сейчас будет гречка. Овощи. А у меня еще и рыба. Я позанималась. Прям хорошенечко так. Я глаза сегодня чешу, а у меня накрашены глаза. Сейчас Нику полечила, но что-то Ника приболела. Я сегодня косточки купила, она взяла, приболела. Надо ей вообще ничего не давать. Мы ее стала кормим, а у нее прям с детства слабый желудок. У нее слабый желудок и лапы задние. Я вообще, блин, собака декоративная, капец. Только на ручках носить. Ну, в общем. Пришлись? Нет. Чё прибежали? Чё прибежали? Прискакали. Деточки мои. С ума сходят сегодня, успокоить вообще не могу.
то ли магнитные бури, то ли что на них там действует. Прям вдвоем бесится. Ой, я что-то устала. Я прям не выспалась. Я поняла, что мне не хватило воскресенья. Его как будто не было, потому что в субботу мы просыпаемся, к родителям едем, стараемся пораньше проснуться. А потом, а в воскресенье мы все равно спишь, и как бы никто тебя не трогает, ты хоть сколько спишь. Хотя я долго не сплю, но есть шанс, что ты, если организм требует, то ты можешь подольше поспать. И тут мы в 7 встали просто, без 15, даже 7. У меня будильник первый сработал. Так что отдыха не было. Это маленькие все мои собрались. Алена побежала в ванну. Варюшка помылась. Никуська. Никуська, как тебе показать? Вот она рядышком лежит. Не видать, как она там лежит. Будем с вами прощаться. Устала вообще, что-то сил нет у меня. Смотри, что она делает. Кошка скидывает чашку. Никина чашка стоит. Из-за того, что... Кошка, не надо ничего там есть. Из-за того, что в воскресенье рано вставали, я уже говорила, сил вообще нет. Мне кажется, как-то я не отдохнула. Так что нужно хотя бы пораньше ложиться спать. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока.